Давайте вместе с нашими дорогими зрителями помолимся сейчас. Господи Боже всесильный, всех уповающих на милость Твою не оставляй, но защищая их, будь ими милостив и соблюди мя от прелести вражия Твоим защищением. Да не паду пред сопротивники моими, и да не порадуется враг мой о мне. Предстань ими, Спасителю мой, в подвизе сем, в негоже в нити желаю за имя Твое святое. Ты мя укрепи и утверди, и подашь силу стать и мужественно за Тя до крови, и положите душу мою любви Твоей ради, якоже и Ты, возлюбив нас, положил еси на кресте душу свою за нас. Аминь. Аминь. Спаси, Господи. Спасибо большое, дорогой батюшка.